Воздушные отводки, значит, как способ размножения, а также сохранение сорта в наших уральских условиях. Вот. На побегах делаются, в принципе, все равно часть не вызревает у нас на Урале. Ну, где-то, может, метр, может, полтора вызревает. На этом уровне прививается, не прививается, а делается воздушный отводок. Оно коренеется, и потом его можно уже в теплице дорастить, скажем так, до зрелости. Вообще, и в итоге увести и в домашних условиях, если даже в теплице не дает уже годные условия дозреть лозу. Но в итоге, когда лоза вызреет, поместить его на зимовку в яму или в подпол, в погреб, кто как называет. Как же делаются воздушные отводки? Значит, берется обычная банка, темная, желательно темная. Значит, делается разрез посередине. Вырез под днище, то есть куда у нас будет вставляться сама лоза. И в боках пару дырочек вот такие, такого плана, чтобы потом крепить на них проволоку. И уже проволокой крепить сам воздушный отводок. Вот такие действия для размножения. Очень эффективный, полезный способ. Всем рекомендую пользоваться.